универсальный монитор с тонкими рамками. На распаковке монитор LG с артикулом 27MR400B. В комплекте с ним идет сетевой провод, кабель HDMI, внешний блок питания и документация. Устройство привлекает внимание сверхтонким исполнением. Толщина корпуса всего 5 см. Подставка со сплошным устойчивым основанием позволяет регулировать угол наклона экрана. Диагональ монитора составляет 27 дюймов с соотношением сторон 16 к 9. IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора по вертикали и горизонтали и естественную цветопередачу. Разрешение Full HD. Маловато для такого размера. Частота обновления неплохая – 100 Гц. Время отклика – 5 миллисекунд. Из плюсов – поддержка технологии FreeSync от AMD. Еще у данного монитора есть системы защиты зрения, снижающие мерцание и излучение синего света. А теперь обратимся к тыльной стороне устройства. Здесь расположились крепления стандарта веса, джойстик управления и порты, современный разъем HDMI и устаревший порт DSAP, что делает этот монитор универсальным в отношении поддерживаемых видеокарт. Слева – порт для подключения блока питания. Справа – выход на наушники. Подведем итог. Перед нами неплохой монитор с тонкорамочным дизайном. Он скорее подойдет тем, кто работает с документами или мультимедийным контентом. Благодаря тонким рамкам он пригодится для создания мультимониторной системы из аналогичных устройств. Это может быть актуально для дизайнеров, офисных работников и охранников.